100 республиканских предприятий, 10 из Кирова и Нового Уренгоя. Вакансии более 12 тысяч. На этот раз стенды не поместились даже в фойе и на первом этаже техникума. Консультанты заняли и второй этаж. Посетители могут, как говорится, живой контакт. То есть они напрямую могут беседовать с работодателями. Я думаю, это самое важное. Поиски работы, то есть это все равно, что искать работу по телефону и ее не найти. Или же прийти на предприятие и показать себя, то есть создать первое впечатление уже на месте. Слесари, сантехники, машинисты, электрики, механики – эти специалисты на предприятиях на расхват. Желающих устроиться на эту работу тоже много, но почти все отмечают. Главное условие – трудиться дома, а не ехать на вахту. Но мне главное – зарплата и условия работы, все, чтобы было нормально подходящее. Это можно найти как для молодого поколения, так уже для людей, которые, может быть, хотят поменять свою деятельность. Вариантов много. Впрочем, найти работу смогли не только сантехники или механики. Управление судебных приставов, например, создает кадровый резерв, подбирает претендентов с высшим юридическим образованием. Мы зачисляем, если они успешно прошли конкурс и зачислены в кадровый резерв, то мы берем уже на вакантные должности из кадрового резерва. Не хватает и дипломированных специалистов и среди дорожников. Есть ряд должностей дефицитных, это ИТРовцы. То есть специалисты узкого профиля. За день на ярмарке побывали почти 3000 человек. Треть из них сразу же нашли себе варианты. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.